Современная медицина не стоит на месте. Появляются новые методы диагностики, один из которых – магнитно-резонансная томография. О его преимуществах, о показаниях и мифах, которые вокруг этого метода существуют, мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии Ксения Мазокина, врач-рентгенолог. Доброе утро! Доброе утро, друзья! Ксения, ну, по сути, потому как вы прекрасно выглядите, вот, ничего страшного в этом методе магнитно-резонансной томографии нет. Метод действительно очень информативный, современный. Он основан на послойном получении изображений на действии постоянного магнитного поля. Поэтому он и безопасный, потому что мы не используем классические рентгеновские лучи. Есть ли противопоказания к применению МРТ? У метода действительно есть ряд противопоказаний. Несмотря на то большое количество плюсов, которые есть у метода, есть ограничения. К ним относится наличие металла в теле человека. Он может попасть двумя способами. Это бытовой металл, да, например, стружки в орбиту, особенно у людей рабочих. Либо, например, металл, который имплантируется по медицинским показаниям. Различные замененные тазобедренные суставы, стоматологические конструкции. Так вот, именно противопоказаниями к методу является смещаемый металл, который может травмировать мягкие ткани, потому что при помещении в магнитное поле мы боимся его нагрева и смещения. И являются противопоказанием кардиостимуляторы и слуховые импланты. Ну, потому что это тоже электроника, на которую можно воздействовать. Да, и она, конечно, может выйти из строя при помещении в магнитное поле. Какие, может быть, болезни, да, или какие диагнозы можно с помощью магнитно-резонансной томографии узнать? Спектр областей исследования МРТ очень большой. Изначально этот метод затевался как метод для визуализации центральной нервной системы, для спинного, головного мозга, потому что никакие другие методы медицинской визуализации не могут показать нам достоверно, да, увидеть анатомию этих структур. Только разрезать, если получается. Только разрезать, да. А если разрежем, то уже до свидания. Уже до свидания. МРТ же позволяет эти структуры визуализировать и видеть всю патологию здесь. То есть, безусловно, это и объемное образование, это рассеянный склероз, это воспалительные изменения в любой области. МРТ незаменим в исследовании брюшной полости малого таза. Здесь сразу следует оговориться, что мы видим только паренхиматозные органы, то есть плотные – печень, поджелудочная железа, селезенка, кишечник и желудок. МРТ не исследует в силу того, что это органы полые, воздушные и подвижные. Поэтому скрининговым он не может быть, да, то есть методом, который выявит самую маленькую патологию. Исследование суставов. Это метод вообще превосходный, потому что здесь в одном методе сочетается все. Мы видим и костные структуры, мы видим и мягкотканные компоненты, это связки, мениски, сухожилия. Поэтому в одном методе сочетается возможность, скажем так, визуализировать большое количество патологических изменений, даже самых маленьких. Можно ли сказать, что МРТ – это самый современный и безопасный метод исследования? Метод действительно современный, метод действительно безопасный и высокоточный. То есть без использования дополнительных внутривенных введений контрастного препарата мы можем получить качественную, высокоразрешающую картинку и увидеть даже самую маленькую патологию. В МРТ используются срезы на некоторых программах меньше миллиметра. Поэтому, соответственно, самые-самые начальные изменения, они будут визуализированы. Опять же, чтобы люди не боялись, срезы – это в, скажем так, как человека. На картинке, да, как вот мы там… Да, мы же получаем послойное изображение, то есть именно благодаря вот этой вот системе, да, кадров мы можем получить увидеть ту область интереса, которая нас интересует. Какие еще есть, ну уж раз мы заговорили про мифы, да, с чем приходится сталкиваться, с какими заблуждениями, с которыми люди приходят к вам? Ну, наверное, самый частый такой момент, с которым мы сталкиваемся, это страх. Страх перед исследованием, как, наверное, перед всем новым, неизведанным, особенно когда человек, он болеет, он не понимает, что с ним происходит, и плюс еще ему говорят, что надо сделать МРТ, что это такое. Наверное, отчасти эти страхи обоснованы тем, что все мощные аппараты высокопольные, они имеют закрытый туннельный тип, поэтому человек находится в замкнутом пространстве. Но есть большой плюс: на сегодняшний день все современные аппараты имеют короткий диаметр туннеля, это где-то до 140 сантиметров. Поэтому при большом количестве областей исследования человек может созерцать кабинет МРТ и при этом чувствовать себя намного комфортнее, чем это, например, было раньше. Вот, мы достаточно часто исследуем детей, и дети, кстати, намного смелее, чем некоторые взрослые, особенно если их подготовить. Многие играют с ними в игру, ну, родители, да, то есть они подготавливают ребенка о том, что это космический корабль или ракета, поэтому это все шумит, и дети охотно участвуют в этом и прекрасно проходят исследования. Появляются ли какие-то новые исследования внутри метода?
Безусловно, метод развивается и появляется очень большое количество новых областей исследований, они углубляются. В нашем центре вот в феврале этого месяца мы внедрили новое исследование, оно называется «Онкопоиск». Некоторые врачи иногда называют его МРТ всего тела, но это немножко неправильно, потому что все-таки в область исследования не включаются часть, дистальные части тела человека, конечности. Показаниями к методу, вот именно к методу онкопоиск, является наличие опухолей и канцерофобия, наличие метастазов и распространение их мы можем оценить, в том числе метастазы в кости, и поиск первичного очага. То есть, например, когда пациент приходит на исследование, мы видим вторичные изменения в телах позвонков, но не понимаем, где первичный очаг, откуда исходит проблема. Вот в данных случаях этот метод будет полезен. Ну, нам стало немного понятнее и про метод, и про то, как он, собственно говоря, работает и какие результаты получает. Спасибо вам большое и надеемся, что с вашей помощью и с помощью ваших специалистов еще больше здоровых людей будет появляться в нашем любимом Ярославле. Очень хорошо. Не болейте, будьте здоровы.